have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Мы продолжаем Doom. И если вы помните, нам бы сейчас... Ну, нам сказано было, что мы получили баллисту, но меня еще интересует, что из вещей мы могли бы получить. У нас есть улучшение на пушку, очко брони, два улучшения, два очка брони на этом этаже. На этом этаже у нас есть два кристалла. Кристаллы — это вроде руны, если я правильно все помню. Но рун мы можем одевать всего три штуки. Поэтому я не знаю. Иночку, у нас три? Серьезно? Нет, руны, конечно, штука хорошая, вещь хорошая, но мы можем максимум одевать 3. То есть, если мы сейчас оденем руну, это будет означать, что нам придется что-то снять. Это не очень красиво. Так, но это же не все, что у нас было, да? Оу. Меня отключило от сервака. Ну-ка, секунду, ребят. Не знаю. Вроде все нормально с интернетом. Вроде все нормально. Вот. Это то, что нам хотят дать. Ну-ка. Это же... Это баллиста? Я думал, что это БФГ. По 25 за заряд она тратит. Понятно. Ясненько, понятненько. Хорошо. Тут же у нас было, да? То, что мы можем открыть. Или где это у нас было? Блин, я уже забегался. А, тут надо два, чтобы вот это открыть. Вы шутите? И там. Ну-ка. И здесь надо два, чтобы открыть. Так. А туда я просто упаду, понятно. Ладно. Я вас есть понимать. А здесь у нас... вот у нас основная зала, да? Минечку, или их везде надо по два, чтобы открыть? Стопэ. Ладно, ребятки, знаете что? Давайте я возьму грейд на пушку. А, да. Их надо два. Ой, блин. Ну зачем вы так... Давайте тогда хотя бы посмотрим. А, у нас есть баллиста, на нее как раз нет ни одного. Ага. Поменяйте. Так, это нам предлагают, чтобы мы стреляли болтами, которые будут взрываться. А это уничтожающее лезвие. То есть... Чтобы заряжать... Это как массовый шот будет. То есть заряжаешь, и оно... Ну, смотрите, на одного врага у нас с вами есть. Давайте вот это возьмем. Попробуем, по крайней мере, как оно будет себя вести. Прикольно. Получается, по два нужно. По два, и потом нужно будет, скорее всего, сюда еще что-то, не знаю. Получается, да, у нас было три этих батарейки, ну, грубо говоря.
И мы только что использовали две из них. Получается, что тут два кристалла, и там у нас плохо получается, мы очень мало откроем. Ладно, хорошо, хорошо, все, я понял, я смирился. И тут же сверху еще что-то было, не? Или мне кажется. А, вот, собственно, улучшенный костюм, точно, он был наверху, нам сейчас, получается, не хватает одной батарейки, наверное, сюда я в следующий раз приду, я бы, наверное, взял бы вот это сейчас, если честно. Я вам больше скажу, если я сейчас выйду, меня выбросит на тот же загрузочный экран, и я смогу это взять, я не буду так поступать. Нам сюда, ну, короче, обратно к демонам, в гнездо. Фуф, ну, давайте, давайте. В гнездовье, так в гнездовье. Заодно этот арбалетик попробуем. Вот, у нас на кнопки нормальные, у демонов они такие черепушечки. Причем каждый раз их приходится с разных углов нажимать, они не очень хорошо работают. А, готов ли я к этому? Ну, пошли, какая разница. Порталы так порталы. Босса мы с вами завалили. Интересно тогда, сколько это у нас, ребят, получается, по времени-то прошло? Часов 6? Не, меньше, наверное, меньше. Это был первый босс. Сколько тогда их будет в игре? И вообще, насколько длинная игра? Хм. Я раньше об этом не задумывался. Так, ну... Здравствуй, опа, Новый год. You may notice a slight change in the environment. Fear not. It's all part of the plan. Говорят, вы могли... The Super Gornest location is nearby. This is the site where the invasion began. The oldest and most corrupted location on the planet. The Ark fought hard, but they were eventually driven out by the demons. Это слишком сильная штука. Она у нас на шестерке? Да, на шестерке. Хорошо. Вот говорит, вы, наверное, заметили легкое изменение в окружении. Пожалуйста, не беспокойтесь, все так и было запланировано. Сейчас, блин. Вот, короче, ребят, смотрите. Это единственная, пожалуй, такая крупная вещь, которая мне не нравится в First Person Shooters от первого лица. Смотрите, я достаю эту байду. И она, блин, у меня пол экрана занимает. Пол экрана! Я понимаю, что красивые анимации, но я не вижу врагов. Черт побери. Сюда? Вы уверены? Ау. А если я в тебя так? Да, ну тебя... Нафиг, сдохни просто. Давайте почитаем. Блин, нам эти батарейки теперь искать надо, получается. The Hell Growth. Разрастание ада, часть первая. И Space, картиночка. Картиночка у нас, конечно. Да. Мясцо, все дела. Ребят, 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 ребят. Неплохо. Неплохо, только оно много энергии заняло, я вас понял. А зачем? Я лучше заберу все это себе. Тут никуда ничего не надо. А то я вас знаю, блин, секретки как запрячете. Фиг найдешь потом. Вон туда нельзя, например. Там лампочка горит. Там этот мех разбитый. Блин, разбитый мех, офигеть. Здравствуйте. О, я при этом двигаться не могу. Нет, это весело. Это весело, я не буду скрывать. Просто... Я хотел сказать, просто жизнь валяется. Ну куда ж там просто?
этой игре это просто не бывает, да? А что такое музон? Чё? Чё происходит? Терминаторы. Я не понял, как я там оказался. Ну ладно. Все, чувачок, тебе пора кушать. Приятного аппетита. Я чувака просто разорвало. Так, ну неплохо, неплохо. Как мне к жизни подобраться? Или она уже все уехала, надо было сразу на нее прыгать. Я тебя сейчас покидаю, блин. Как мне наверх попасть? Алло. Бум! Под эту красивая добивалка. Очень красиво. Почему они несут друг друга? Ну что мне интересно... О, бочечка, здравствуйте. Ну что мне интересно, почему они месят друг друга? Стоять! Блин, у меня 45 хп! ХПшечка подъехала. Я могу кого-то распилить, не? И что там... Ой, ревенант! Мне вот этот накопительный эффект нравится очень сильно. Так, не ракетница, не. Фум! 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 Блин, я же его... Не надо! Что, совсем дурак, что ли? Живого слоя, блин, всякой фигней тыкать. Мне надо кого-то распилить. Стой. Вот ты. Это мало. Я хочу еще. Я не могу их распилить, да, наверное? Могу сделать... Черт, я ж тебя распилить-то хотел! Здравствуйте! Патроны на трабаш закончились. До чего мы дожили? Здравствуйте! Просто здравствуй. Блин, топливо закончилось. Это печально. О, пинки. Фига себе, сколько на тебя ушло. Я понимаю, что надо было в слабую точку, как бы, я это осознаю, но все же, ребят, ну нельзя же так. Дайте я хпшку заберу, пожалуйста. Ну там же должен быть какой-то способ, блин. Почему зубы эти пробить не могу, мне интересно. Ладно, пофиг-то на зубы. Тут прыжок. Но он заперт каким-то ключом.
Ни ключом, непонятно чем. Ладно. Так, подбираем остатки всего, что тут есть. Иногда... Здравствуйте, глюки. Здравствуй, Бетезда. Ты, как всегда, на высоте. Я думал, что надо было... Так, автокарта. Стоп. Да я не то хотел, я хотел кодекс почитать. Вот, вторая часть, да, разрастание. Угу. Читаем, ребятки, и смотрим, собственно. Прикольно. А мы вообще куда? Нам сюда? Или нет? Или... Наверх куда-то, 19 метров. А, понял как. Сейчас я на вас... Вы там это... ХПшечку на вас наберу и всякое такое. Сейчас я к вам подойду, ребят. О! Ух ты же, здравствуй! Как ты вовремя-то? Тогда... А что я хочу тогда? Блин, у меня уже почти все установлено так-то. Ну, давайте я вот еще арбалет... Миночка, а тут у нас что было? А, снайперский прицел. Давайте. И, сейчас оторвет эту фиговину. Так, это ракета. Это прицел. Знаете, я, наверное, вместо ракет пока что оставлю прицел. Ну что, у меня уже есть ракеты. Здесь я поставлю полностью автоматически этот. Так, хорошо. Они там прям так смачно месятся. Давайте на них испытаем. Хотя зачем? Помирил. Они такие ругались, ругались. Я просто взял и помирил их. А, вот и ключ. Ясно. Для чего ключ? Ясно. Как теперь попасть в то испытание? Но попадать в испытание я не хочу, ребятки. Так что, извиняйте. На-а. Он что, сдох? Окей. Хедшотик. Нет, короче, снайперка это тема. Зря я ее так долго не брал. Снайперка прям топ. Это что, ревенант? Оп-оп-оп, я понял, это была моя ошибка. Как бы не последняя. ХПшку, чувак, ХПшку срочно. И ты ХПшку. Ух, потрошку. Да сдохни! Сколько я вам уже клешней-то пообламывал. О, вот это было красиво сейчас. Поинт заработан. Неплохо. Там аптечка, да? Но аптечка мне не нужна. Хотя там хорошая аптечка. Чувак просто офигел от того, что произошло. Почему я по магазам не могу пошариться? Вот это немножечко обидно. Так, что у нас по поинтам? 10! 10, Карл! Я сейчас так вкачаться могу. А с другой стороны, у меня-то это заблокировано. Быстро перезарядка бомб... А, ну не знаю. Так. Так, ребятки, давайте немножечко повнимательнее посмотрим. Здесь у нас вообще ничего не прокачано на быстрый дробовик. Скорость движения увеличена, быстрое трансформирование, короче, превращение.
Вот, автоскорость увеличена на 50% всего лишь за одну единицу. Мне это подходит. Снайпер. На снайперку что у нас? Быстрая зарядка на 20%. Блин, он того стоит, давайте. Это я не знаю, стоит мне трогать, не стоит. Так, минуточку, это у нас прокачка, как раз 3 осталось. Вот, я же когда стреляю перехитом, перегревом, у меня потом идет задержка на выстрелы. Давайте я сюда вкачаюсь. Все равно практически все эти вещи потом придет скачать. Минуточку, а повторно их уже ж нельзя качать, да? Ну ладно. Там патроны на дробаш, но мне вроде не надо. Нам... нет, мы отсюда пришли. Куда нам? 40 метров куда-то туда. Куда? Да фиг его знает. По-моему, туда наверх, да? Вы мне хотите сказать. Оно все-таки в зеленом светится. Свали от меня. Хорошо, а что тут внизу тогда? Тут нужен желтый ключ, которого, естественно, мне нету. А вот и желтый ключ. Отсюда я пришел? Да, все, я все понял. Извините, ребятки, протупил. Арены реально запутанные. Все, я теперь понял, как и куда нам надо. Все, отлично. Бафный тотем. Их нужно уничтожать, потому что они бафуют демонов. Понятно. Почему нету тотемов, которые... Хотя ладно. Тотемы, которые бафуют меня. Это плохо. Это плохо. Мне его надо... Они уж слишком неадекватными становятся под бафом. Это плохо. Блин, меня убили. Ха. Но я не то оружие выбрал, это я понимаю, да. Но, я, честно говоря, прошляпил сейчас. Я могу этот тотем убить или нет? Что от меня, в принципе, требуется? Ну, уничтожить гнездо, это, конечно, все здорово. Ну, поехали. Ну так переключи на другое оружие. Прекрати, да блин! Что меня бьет-то? Меня это бесит. Есть, лопнул. Так, тут у меня все патроны закончились. Ракетница. А кого ты телепортируешься, чувак? Это вообще законно? Нет, то, что ты делаешь. Я хочу получить патроны. Но не могу. Меня сейчас опять убью, да? Потому что я не могу понять, чуваки бесконечные или нет. Их ко мне варпает постоянно. Здравствуйте, а как я тут оказался?
Так, теперь спокойно, что мне надо сделать? Уничтожить гнездо. Их я не могу убивать этой штукой, да? Не могу. Тогда что и как? Ну да, 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 меня сейчас убьют, это я понимаю. О, а как я тут оказался? Как? У меня пушек вообще нету, то есть... Чем я должен его убивать, я не знаю сейчас. Этих я не могу, например, долбить. Блин, это тупая ситуация. Я не могу его распилить. Я не могу ему ничего сделать. Тотем сломан. А, все! Я наконец-то понял, что от меня требуется. Неужели так можно? Как я только что не сдох, не знаю. Так, ну неважно, ладно. Так, у меня хоть какие-то патроны появились. Ладно, 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 давайте. Ключ. А, если что, я не хочу ключ. Так, на секундочку. Я, кстати, понял, где я оказался. А, ключ нам нужен был сюда. Ну, чтобы... Earth is the melting pot of the universe. Вот, кстати, новую руну нам дают. Но тут уже как бы без вариантов. Я хочу вот это. Теперь как мы ими управлять будем, вот что мне интересно. У нас их 4. А как и что? Я понял пока, что как это делается. Я заменил... Я вообще на самом деле забыл про ту руну, которая у меня есть, что ты прыгаешь, и у тебя полет в воздухе замедляется. Блин, это все люди, серьезно? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Да. Так вот, я совсем про ту руну забыл. Если я ее забыл, ну не скажу, что она бесполезна, значит я пока что без нее справлялся. А вот то, что меня убивали, да, меня убивали. Я пока поставил себе бесконечную, типа, постоянную вторую жизнь. Бладпанч зарядился. Или зарядится. Вот, в общем, я себе вместо замедления времени пока что его поставил. Дай патроны. Спасибо. Собственно, то, чем мне от тебя нужно было. Я не... Ой, блин. Так, чувак, жизнь. Мне постоянно жизни не хватает. Тут куча здоровяков. И, блин, у меня опять жизни не хватает. Ладно, бладпанчами его добили. Вот это мне нужен красавчик. Так, где там? Кто в меня стреляет? О! Отлично. Вот, если тебя раскинет там. Там ревенант. <с
Мне нравится, когда он берет, отрезает их части тела и их же частями тела. Значит... 17 хп, ты шутишь? Меня убили. А вот мне понадобилось то, что я и просил. Оп! Интересно. Когда оно перезаряжается? Через сколько времени? Блин, там их еще дофига, всех этих уродов. Нет, я падаю. Ой, я живой. Нет, я не живой. Что вообще происходит? Что за шары у вас тут? Блин! Я не хотел его кулаком-то убивать так-то по-хорошему. Знаешь, куда свой щит можешь себе засунуть? Ой, тут еще один глазище. Грена, заряжайся скорее. Я и без Грены справлюсь. Где он? Вон, вижу. Там секретик, кстати. Я за ним схожу. Арена, кстати, очень крутая. Тут еще один мех разбитый стоит. За секретиком сходили, тут забрали, там забрали. Я уверен, тут спрятано гораздо больше, чем то, что я вижу. Я даже не знаю. Я сейчас серьезно говорю, под таким впечатлением, что просто пройти эту игру. Мне просто нравится вот так тупо идти по сюжету, да, иногда что-то замечать. Но Doom всегда славился очень крутыми замудренными аренами. И найти здесь все, это нужно понимать логику Doom. К сожалению, я не всегда могу сказать, что я понимаю. Могу я таким похвастаться. Так, нам куда-то наверх, я понял. Давайте наверх. А как... Здравствуйте, вопрос. А как я попаду наверх? А, вот все. Ответ нашелся моментально. Опа! Вставляем ключ. Черт, еще два ключа, серьезно. Давай патроны на дробаш. Еще два ключа. Evolution just needs a little push. And here at the UAC, we push hard. Я заметил. Здесь? Мы толкаем сильно. Не-не-не-не-не. Пинки, там еще сзади кто-то. Ты кто такой вообще? Давай, до свидания. Патронов мало. Я вас понял. Там что-то зеленое. Зеленый говорит, что мне сюда. Ну, ладно, посмотрим. Заперто. Кто бы сомневался-то.
Эй, телепузик! Свали отсюда. Блин, ребят, скажите мне, пожалуйста, честно. Я когда дрался, я орал, что у меня нету патронов. У меня был неиспользован арбалет, да? Я просто забыл про него. Если это так, это просто эпично. Офигеть, вот я этот... Да. Черт. Так, ладно, что мне повысить? Что я хотел бы? Я хотел бы больше здоровья. Или больше... брони. Больше здоровья мне бы не повредило. Давайте, наверное, вот это мы сделаем. Нам дальше сюда. Поехали. This is the heart of the nest. It has taken root in this facility's main power generator. Reactivating the generator will destroy the nest. Блин, а если я так сделаю, ты не подумал? Уничтожить гнездо. Но мне, собственно, это... Понимаю, это и надо. Ой, как я разнесло красиво-то. До свидания. Еще один поинт. Хорошо, хорошо. Эта штука меня дамажит? Да. А чтобы ее пройти... Ну, блин, пофиг, я ее без дамага не пройду. Пройду. Надо было просто пропрыгнуть. Я вас понял. Это то, что я думаю? Заперто. Черт, печально. Он... Да ну вас нафиг! О, хпшку дали. Нафиг, говорю. В прямом смысле слова. Понимаешь такое или нет? Давайте почитаем. Значит, супер гнездо. Извините, медленнее. Еще медленнее. Где-то мы пропустили, кстати, одну бумажечку. Вон, я сейчас вижу. А может, кстати, и не одну. А вот это прикольно. Мех такой разбирает всех. Мех разбирает всех. Звучит, блин, как слоган для... Один патрон остался. Три патрона. Один патрон. То есть, по идее, это то, что у меня есть. Чалька. О, опять Супер Марио. Патроны. КПС-очка. Ты где? Во. Так, радиоактивный костюм. Мне пришел. Ага. То есть будет защищать, но со временем изнашивается. Вы мне намекаете, чтобы я шел по вот этой фигне. Но со временем изнашивается. Надо находить другие. Или улучшать его, собственно, характеристики. Почему ты стреляешь? Так, 92 у нас. Я прыгать в нем могу. Могу. Там батарейка.
А, я понял, куда мне надо. На батарейка. Как к ней попасть? Надеюсь, я найду другой путь, хотя мне так не кажется, но возможно. Don't be afraid. Once your soul has been consumed, your fear will cease to exist. Ты меня успокоила прям. Это... The UAC. Секретик. Зачем? А кто его знает? Так, костюм изнашивается. Это не очень хорошо. Ой, не-не-не, тайные испытания. Не, ребят, извините, но нет. А куда мне вообще сейчас надо? Просто тупо вниз? Тут секретик. Круто. У меня 5 осталось на костюме. Угу. Я ради секретика только что потратил костюм, чё бы. Меня все равно... А вот я дурак, да? Нет, нет, нет! Просто на этаж выше надо было. Вот. А, красный ключ. You now have access to the heart chamber. Нет. Сколько у меня уже этих поинтов? 4. Это поинты у нас для улучшения костюма. Да, хорошо, потом посмотрим. К тому же у нас плазма зарядилась. А-ха-ха! Я это должен взять. Оно того стоило. Оно того стоило. Итак. А, теперь я могу сюда зайти. Чейнган. Черт, я хотел от него ППшки. Чейнган. А на него подходят эти же снаряды, что и на пушку. Получается, это у меня превращается полностью в снайперку, а это пулемет. Угу. Я вас понял. Итак, мы с вами добыли второй ключ. Случайный чекпоинт, да? Угу. The generator is in a dormant state. Two nearby control terminals will need to be manually activated to restore full power. Кто бы не Unlocking the left terminal room now. Идем в левую. Хорошо, ребятки, тогда вот что мы с вами сделаем. Мы с вами будем активировать генераторы в следующий раз. А пока что спасибо, что были с нами. Вот, и всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.